Иван Смекалов, ставьте лайки. Я очень плохо работаю, когда у меня нет дедлайна. Времени навалом, можно кучу всего успеть сделать, но я могу весь день сидеть и пытаться приступить к работе. И я расстраиваюсь и испытываю чувство вины. Мне кажется, что у меня никогда ничего не получится, и скоро мое начальство это поймет и просто уволит меня. И я никогда ничего не добьюсь. И из-за этого я начинаю отвлекаться, и мне не хочется думать о работе. Но, к счастью, у меня всегда есть с собой фляжка с алкоголем. Я пью, когда не знаю, чем заняться. Я пью, когда не хочу заниматься тем, чем нужно заниматься. Я пью, когда не хочу думать о работе, отношениях или о будущем. Я пью, когда я не хочу думать. И если рядом нету фляжки, то я чувствую себя дискомфортно. Но фляжка всегда со мной. Глотком я начинаю день, и глотком я его заканчиваю. И это нормально. Все вокруг так делают. Мы пьем на рабочих местах, пьем на встречах, мы пьем в метро, в школах, в очередях и пока идем по улице. Родители наливают детям, чтобы те успокоились и не отвлекали их. И даже после секса мы теперь не курим, а тоже пьем. Водители пьют на светофорах. Я их понимаю, потому что стоять на светофорах невыносимо скучно. Вообще, в жизни слишком много скуки. И я честно не понимаю, как человечество вообще жило до изобретения алкоголя. Это был отрывок из книги, которую я хочу написать. Вы поняли, что алкоголь — это, ну, как бы метафора нашей зависимости от телефонов. Подписывайтесь на мой канал, буду рассказывать, как идет работа над книгой, и читать отрывки. Не забывайте ставить лайки. Окей, Гугл, маршрут до Ольги. Загруженность дорог низкая. Мороженого? Как-то раз мы с друзьями обсуждали, полетели мы на Марс, если бы знали, что не сможем вернуться обратно. И вот мне очень понравилась мысль, что на первой экспедиции будет такое пристальное внимание, что все посты членов экипажа будут читать миллионы. И это очень хорошая возможность как-то изменить жизнь людей, оставить после себя след. И даже если ты разобьешься при посадке на Марс, твоя жизнь будет прожита не зря. Плюс у тебя есть несколько месяцев, пока ты летишь на Марс, и ты можешь писать. Плюс у тебя будет дедлайн. В самом космосе достаточно безопасно, там в принципе ничего не происходит. Логично, ну, люди умирают при взлете и при посадке. Логично написать все самое важное до нее. Не могу решить, что мой персонаж хочет донести до всех людей. А что бы вы написали? Пишите в комментариях и не забывайте ставить лайки. Крутой шампунь Nivea Men. Энергия и сила для твоих волос. Шампунь Nivea Men. Энергия и сила для твоих волос. Не моих. У меня их нет. Работа над книгой идет очень тяжело. Постоянно кажется, что я пишу какую-то ерунду и хочется все удалить. Из-за этого я начинаю отвлекаться и откладываю работу над книгой на потом. Сегодня не буду читать отрывки. Ставьте лайки, если считаете, что надо все-таки продолжать работу над книгой. Будущее настало. Apple представили совершенно новый iPhone, который задаст планку всем смартфонам на ближайшие годы. iPhone 10 безрамочный, очень дорогой и всеми желанный смартфон, о котором мы вам сегодня расскажем. 27 октября компания Apple открыла предзаказы на iPhone 10, в том числе и в России. Так, о чем моя книга?
я замахнулся на то, чтобы написать про потерянное поколение миллениалов. Нам не пришлось пережить голод или войну, нас даже толком не били в детстве. Нас с детства учили, что мы все особенные, что мы можем чего угодно добиться, стоит нам только этого захотеть, что каждый из нас после себя оставит след, что мы можем быть где угодно и кем угодно. Но почему же тогда столько талантливых людей не может найти себя в жизни? Почему такое количество молодых ребят без видимых на то причин, казалось бы, все у них есть, чтобы жить и радоваться, совершают самоубийство? Почему такой высокий уровень депрессии? Что с нами не так? Я очень много об этом рассуждал и понял, вот когда ты уверен, что ты особенный и должен что-то после себя оставить, то каждый твой выбор становится настолько важным, что ты просто не можешь его сделать. Если раньше люди выбирали из нескольких одноклассниц, на ком из них жениться, то теперь мы выбираем из тысячи матчей в Тиндере, кому написать. Нас изувечили не ужас войны, а fear of missing out. Страх пропустить что-то очень важное. Но из-за этого страха мы пропускаем саму жизнь. Пишите в комментариях, что для вас самое важное. Не бойтесь делиться своими идеями. И лайк. Испугались? А чтобы вам не было так страшно, предлагаю отвлечься и скачать себе игру War Thunder. Это онлайн-экшен про сражения на самолетах и танках Второй мировой войны. Игра отличается огромным выбором техники, а также режимами, которые подойдут как новичкам, так и поклонникам реалистичных симуляторов. Переходи по ссылочке. Как справиться с откладыванием? Начинаю применять его с этого же дня. Подробности в будущих видео. Подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить. Ставьте лайки просто так. Хорошо, что нет меня. Хорошо, что нет России. Хорошо, что Бога нет, только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что никого, хорошо, что ничего, так черно и так мертво, что мертвее быть не может и чернее не бывать, что никто нам не поможет и не надо помогать. Это был стих Георгия Иванова 1930 года, в котором я изменил одно слово. А если хотите узнать, почему я это сделал, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Я искренне не понимаю людей, которые не оставляют предсмертных записок. Ну, честное слово, вот когда тебя еще будут читать? Кому ты вообще интересен? Ну, такой просто шанс упускаешь, мне вот обидно. Напиши там, не знаю, «Дальше без меня». Или «Счастливо оставаться, жалкие неудачники, я вас всегда ненавидел». А если нечего сказать, просто так и скажи, да? Нет слов. Любая шутка смешнее, если это предсмертная записка. Я же использовал свой шанс на полную катушку. За полгода, который я дал себе до самоубийства, я перепробовал все и понял, что писательство — это не мое. Но я придумал идею гораздо круче. Если хотите узнать, какая, подписывайтесь на первый YouTube-канал с того света и ставьте лайки. В первом обитают растения и коралловые рифы. Сомали — плохая идея, Джей. Я знаю. Удачи, Джей. Когда ты погружаешься, попадаешь в пространство голубых вод, пронизанных светом. Хорошо. Я готов. Я тоже. Я готов. Моя смерть стала неотъемлемой частью самого моего главного достижения жизни — этого видеоблога. Бот автоматически публикует его после моей смерти, вот уже несколько месяцев. Посты будут выходить все реже и реже, и последний выйдет через 100 лет. Он — это и моя предсмертная записка, и мое наследие. И
он переживет всех вас. Вместо того, чтобы писать книгу и выдумывать героев, я сам стал героем. Не мою книгу, а мою жизнь будут изучать, чтобы лучше понять мое поколение. Я — это крик своего поколения. Мы несчастны. Мы убиваем себя. Услышьте нас и сделайте что-нибудь. Благодаря моей смерти этот крик будет услышан. И люди поймут, что самоубийство — это не удел неудачников. Об этом думают даже такие люди, как я. Умные, талантливые, тонко чувствующие, красивые, очень хорошие в постели. Я мертвый, я врать не буду. С отличными друзьями, классные. Эта тема перестанет быть табуированной. И люди признают в ней проблему, станут открыто обсуждать и найдут решение. Говорят, самоубийцы — эгоисты. Моя смерть спасет сотни тысяч жизней. Эгоизмом было бы ее не совершать. Но самая мякотка — это то, что если даже моя идея не сработает, уже никто и никогда не сможет переубедить меня в ее гениальности. В том, что я оставил вмятину на Вселенной, что я прожил эту жизнь не зря. В общем, сплошные плюсы, если не считать того, что я мертвый. Ставьте лайки. Лайк и мертвому приятен. Хорошо, что ничего так черно и так мертво, что чернее быть не может и мертвее не бывать, что никто нам не поможет и не надо помогать, и не надо помогать. God.